У меня там готовится. Я не знаю, это у нас уже будет второй обед, наверное. Там пельмени еще варятся. Потому что рыбой, мне кажется, мой муж не наестся. Вот, на всякий случай отварю пельмени. Да, мне еще нужно Кристинке отвезти пельмени. Вот. И тут у нас были комментарии, чтобы здесь мы сделали шкафчик. Получается. У нас здесь потолки низкие. Шкафчик висит очень низко. Идет пар, это будет просто неправильно. Потому что у нас даже вот здесь вот эти вот стеночки нагреваются. Сюда вытяжка, но мы почему-то не планируем вытяжку именно в эту кухню. Вот. Мне кажется, и так неплохо. А шкафчик, он даже, мне кажется, как-то и мешался бы здесь. Мне так нравится. Так попросторнее как-то. Вот. Приготовила я все-таки рыбу. Наконец-то включили свет. Я только вам видео смонтировала, получается. Выложила, мы только уходить свет дали. Я говорю, ну давай, раз я уже начала, я уже доготовлю. Вот рецепт этой рыбы, как я готовила. Обязательно сделаю одним видео и выложу, кому интересно. Так, поменьше огонь сделаю. Есть. Это я показывала на видео сейчас, как аппетитно это все выглядит, так что мы сейчас будем кушать. Я сейчас еще приготовлю сок яблочный. Посмотрите, как эта рыбка аппетитно выглядит. Аппетитно. Обязательно завтра выложу рецепт. Очень аппетитно. И она, смотрите, она не сухая. Да, сейчас все сок делаю, 5 минут и кушать. Рушан пилит, такая сюда пыль летит. Здесь стружки было на столе. Все в стружке. Вот не успеешь окно закрыть, все, хана. Сок. Я уже здесь яблочки нарезала. Быстренько закидаем. Жмых это все. Что такое? Я перекрыла кранчик, а он потек, Руш. Это как-то несерьезно. Чё? Кранчик перекрыла, а он потек. Я что, перекрыла? Не-не-не, перекрыла. Все, пойдем. Муж мой. По полстаканчика хватит. Ну все, всем приятного аппетита. Тут
кушает. Мы сейчас перекусим и поедем опять до Кристины. Приехали до Кристинки. Она работает, как обычно. На, я тебе обед привезла. Нам надо просто сейчас съездить в одно место. Куда? А посмотреть, кто там дом купил. По той улице, где Женя продает дом, нам нужно просто посмотреть, кто дом там купил, узнать. А, да? Откуда они должны были быть? Откуда с севера. Угу. Пока горяченькая, садись, ешь. Да, угу. У нас тоже. Хорошо, я днем там была. Пусть Рушан зайдет, посмотрит, что-нибудь изменилось, нет? Ладно. Сказали тряпкой накрыть. И кинуть, подложить все пленочка, чтобы она не видела. И потом ее пустить. Ну, одному там очень скучно. Ему не то, что скучно, ему холодно и страшно. Холодно. Так, я сейчас ее возьму. Угу. Ты дай камеру, цыпленка бери. Она не сможет взять, давай я возьму. Ну иди вот положи на стол, ну, все. Не сможет. Я знала, что просто ты хочешь это сделать. Вытаскивай мать непудушную эту, никчемную. Может, перчатки одеть, нет? Да не бойся. Да, я не боюсь, что запах рухнет. Мэнсик. Не-не-не, ничего, Рушан уже его брал, Кристин. Сейчас Рушан, дашь, когда уберешь? Скажешь, когда там все сделаешь. Ничего мы здесь. Лежим, загораем. Ой, Нэнсичка. Лежим, хоть загораем, ну как скажешь. Гуляка стала такая, вообще гуляка. Загуляла, целыми днями где-то бегает. Прибежит, поест и убежит. Что, еще не убрал у нее? Да, говорит. Все? Все, Руш. Смотрите, где цыпленок спит. Где мамаша? Тихо, потихонечку. Он ее отвернул. Приехали мы домой уже. Подруги встретили Надю, позвала в гости. Это у меня просто масло перекипело. Ну ладно, ничего страшного. Перегрелось. Бывает. Ну, просто... Когда я его выливаю в тесто, но бывает. Вот. Надя в гости пригласила. Ну, не смогли мы. Да, у меня еще, я хочу с ней закрутками позаниматься. Но чуть попозже. Ближе к ночи. Попрохладнее станет. В смысле, ближе к ночи? Да. Ну, сейчас кухню ты... Ничего страшного. Кухню ты сейчас... А ты сегодня знаешь, я сегодня когда в доме убрала все, угу. Вот это все вытащила. Да, ты творога кладешь. Да, я делаю так. Я это на стул под навесом легла, села, и я уснула. Ну, что мы сегодня рано встали очень. Угу. Поздно я вчера допоздна. Пока всех поперекормили. Я уснула под навесом, я проспала, наверное, часа полтора. Серьезно. Я проснулась от того, что у меня полностью немела вот эта вся левая часть, затекала, куснула же, говорят. На стуле? Да, на стуле. Какой кошмар, не могла нормально домой прийти и сказать: Дианка, забери меня, я спать хочу. И легла бы нормально на диван и поспала. Как я уснула. Села на комментарии читать и вырубила. Нет, я с бабушкой уже разговаривала. Я уже в конце, что она говорила, не слышала. Я уже боялась, что на телефон с рук уходит. Я говорю: бабулечка, давайте чуть попозже, говорю, я вам перезвоню. Телефон положила, и все, я не помню, как я уснула. В этот момент вообще не помню. Да, аж прикольно. Я еще просто перегрелась. Я до этого солнце. Начала землю таскать, а потом поняла, что вот это вот угу. Жарко. Ну. Ну сейчас Кристинка закончит блины. Чай попьем. Угу. Я уйду в дом. Ладно, не буду показывать. Это блины-комочки называются. Блины-комочки. Можете меня обхаять. Я это посуду поперемыла. Это что? Несмотря на это, у меня самые вкусные блины. Да. Ну, у меня тоже бывает, что там ничего не получается.
Вот блины. Я сейчас буду мыть соковыжималку, так и не помыла. Сразу же уехали до Кристинки. Первый блин сгорел, пока лопатку бегала, искала. Угу. Завтра надо будет, знаешь, приготовить? Я вообще прям не могу. Сок, тыкву с яблоком. Хочешь? Я прям аж не могу. Кстати, кто знает, сколько стоит соковарка? Я хочу соковарку купить. Не, зачем мне было новую? Кто покупал? И какую лучше взять? Потому что я хочу, у меня в планах купить соковарку. Мы хотели, конечно, у Толика взять, но я не люблю у кого-то что-то брать. Даже не дай бог, писали, что-то сломается. Возьми бетономешалку в аренду. Не могу. Не дай бог сломается эта бетономешалка. То мне придется ее выкупать. Я смотрела, бетономешалка 500 рублей получается на день. Привет, привет. Идем сюда. Чай пить пойдем? Да. Пойдем чай? Ты показывала, какие-то себе кружки купил? Да, я показала, ага. Красивые. Я их уже помыла, почистила, все там наклеечка убрала. Вот они стоят у меня. Ты не говоришь, я покупаю, почитать не умею. Я говорю, давай заканчивай. Пойдем чай попьем. Чай, не Кока-Кола. Я только начал. И это. Там пишут, это купи Диану, купи Рушану бетономешалку эту. А при чем здесь Диана? У нас вообще, можно сказать, весь бюджет рассчитывает Рушан. Весь бюджет рассчитывает Рушан, потому что у нас больший расход идет в ремонт, в дом. Поэтому он сразу же садится, все рассчитывает, что ему нужно купить для ремонта. Какой-то инструмент может быть нужен. А Диана всегда потом, когда пустим, когда что-то надо. Рушан что-то говорит, посмотри, сколько там осталось на карте. Дианка всегда говорит, я не буду смотреть, я боюсь смотреть, смотри сам. Uh-huh. Она боится, а потом уже, когда ты все покупаешь, ну вот, купится, допустим, она потом уже боится заглядывать, сколько на карте осталось. Она говорит, я не могу. Все в дом вкладывается, в ремонт. А поэтому, а мне пишут, что я, да. А на продукты уже так. А там что-то для дома купить, что-то как-то его немного... Ну там, хочется, как любой женщине. Просто там пишут бетономешалку, чтобы ты купила. Так что покупай на следующий месяц бетономешалку. Зачем она мне? И эту пилу, бензопилу, как у этого Саши. Ну пока так мы Саши с тобой вдвоем вполне нормально справляемся. Мы сегодня Так у Саши бензопила 112 тысяч. Покупай. Прикинь, нет. Какие деньги. Почему? Ну пока есть более нужные вещи. Вот я тоже так думаю. Мне тоже говорят бетономешалку. Я знаю, что нужно, но я пока не могу 15-16 тысяч выделить, серьезно, вот не могу. Более важные дела. Пока вот у меня нету электрики, пока у меня нету вот, ну, воды, да, вот это вот все, что нужно. Дом. И бетономешалку, и триммер, и бензопила. Если там взять, по сути, все нужно, да. Все нужно, но бывает, человек выбирает, такое, что не хватает. Из двух зол выбирает меньшее, поэтому выбираем то, что больше сейчас, еще без чего мы не можем прожить. Бетономешалку я и помешаю пока. Вот когда не смогу мешать, вот тогда задумаюсь о бетономешалке. А пока... Ты чё пляшешь? А у меня это колено что-то немножко замыкает, и я вот приседаю. Так ты я спортом постоянно занимаюсь. На оба колена. Даже когда видео снимаю, спортом занимаюсь. А мы сейчас будем пить чай. Готов? Пойдём чай. Еще. А что, не будешь чай пить? Нет, там буду. Сейчас домолю, домелю. Кукурузу, да? Да. Угу. А что за платок у этот полотенце лежит здесь? Как наведут бардак, потом захожу в кухню свою, не знаю. А кто наводит? Вообще, у меня вообще-то целого видеоми нету. Я Рушана дождусь тогда. Чего Рушана боюсь? Дождусь! Ну ладно, а может быть не остаться, я голодна.